В Атырау стартовал форум доноров и меценатов. Проект «Благотворительный караван», реализуемый Ассамблеей народа Казахстана, направлен на развитие благотворительности и социальной ответственности бизнеса, а также оказание поддержки нуждающимся. Отмечу, что проект впервые подводит итоги в городе Атырау. На площадке форума собрались делегаты со всех регионов страны. Лучшим из них вручили специальные награды от Ассамблеи народа Казахстана. Благотворительный фонд «Асыл Адам» по посланию президента Болашаха Бағдар Рухани Жангру показал хороших результатов. На сегодняшний день фонд, объединяя всех благородных людей, начал строительство в Караганде. Завершен строительство Семеновки. В Астане построили дома, помогли людям в жилье и работы. В этом году 49 человек награждены нагрудным знаком Ассамблеи Жомарт Жан. В общей сложности по республике меценаты оказали материальную помощь на 11 миллиардов тенге. На сегодняшний день в нашем центре у нас реабилитируется около 400 детей. Результатами мы очень довольны. Мы стараемся как можем. Весной, если все будет хорошо, если все будет нормально, мы планируем открытие нашей деревушки «Маленькая страна», предназначенной для детей с особыми потребностями.